Давай. Барабанная дробь. И... Давай, давай, давай. Да! Да! Ребята, всем привет! В этом видео вы увидите, как я открывал на аккаунте подписчика более 350 кейсов, которые он копил очень долгое время. Я снимал этот видос пару дней назад, ну и в принципе говорил в предыдущем видосе с опенкейсингом, что есть такое видео. Поэтому, если вам не сложно, поддержите, пожалуйста, этот видос лайком, подпишитесь, нажмите на колокольчик и всем приятного просмотра. Находимся мы на аккаунте подписчика, который написал мне в директ Инстаграма и предложил открыть эти кейсы, которые он копил очень долгое время. Поэтому, если вам не сложно, поддержите этот видос лайком. Также, вот его ID, ребятки, 52096-56789. Если у вас есть возможность, накидайте ему курочек за его старания. В общем, заходим с вами в инвентарь, и для начала мы с вами видим 41 ящиков припаса, 14 ящиков героя, также кейсы, которые выдаются за загрузки, да, из настроек, ну вы знаете, я думаю. Также у нас есть 6 ящиков из 12-го Royal Pass, 32 ящика с BP-шками, но они нам не интересны, давайте их сразу же откроем. Окей, дальше 14 ящиков из 11 Royal Pass, 61 премиум кейсов, 73 классических кейса, еще 2 кейса из загрузок. Давайте сразу же откроем вот эти 14, да, чтобы тоже не мозолили нам глаза с вами. Юбочка, кстати, хорошо. 4 майки, нормально, да? Дроп просто идеальный, рандом работает, 4 майки. Хорошо, давайте теперь эти быстро с вами распакуем, кейсики. Здесь у нас должны быть кейсы, серебро и бипишки. Да, вот классический кейс. Так, у нас еще должен быть премиум кейс. Где он у нас тут? Следы полета. А, вот премиум кейс, да. Следы полетов, они везде, ребятки. Вы сами видите. Ящик припасов. У меня с этим ящиком вообще свои счеты, вы знаете. Так, опять следы полетов, конечно же. Ну и в принципе все, да. Давайте... Эти кейсы сразу же все откроем, потому что здесь все временные вещи. Я уже понял из предыдущих опенкейсингов, потому что многие писали в описании, что там нету постоянных, там только временные. Поэтому давайте все сразу откроем, чтобы не затягивать. Так, что у нас еще тут есть? Вот этот кейсик давайте распакуем, может тоже есть что-то. Нет, серебришка и бипишки, окей. Так, давайте откроем ящики из 12-го Royal Pass. Серебро. Давайте 5 сразу, может быть так повезет. Повезло на серебро. Идеально. Хорошо прям. Давайте из 11-го откроем с вами. Так, граффити. Я понял. Опять граффити. Прекрасно. О, верх одежды. Это хорошо. Давай, низ одежды. Низ одежды. Прекрасно. Давайте уже 10-ку откроем, чтобы не растягивать. И опять верх одежды, низ одежды. Я вас понял. Ну, к сожалению, нет хорошего дропа. Так, 60 зимние припасы. Здесь они вроде бы все временные, да? Давайте тоже откроем. Так, временные. Давайте еще десяточку попробуем. Если все временное, то потом все сразу откроем. Да, это тоже все временное. Я вас понял. Давайте 40 сразу открываем, чтобы не затягивать видос. Только посмотрите, сколько здесь временных вещей. И человек старался, все это копил. Окей, ну что, переходим к основному. Начнем с вами, я думаю, с ящиков припасов. Да, давайте с них... Как я уже говорил, у меня свои счеты с этим кейсом, да? Он мне никогда ничего не выдает. Ну, как, он-то выдает, но все временное. Давайте посмотрим. Так, временный костюмчик. Временный костюмчик, прекрасно. Сковородка временная. Временный костюмчик, замечательно. Временный костюмчик, почему нет? 4, коряк временный. 5 временных костюмов, ребят. Ну, вы сами видите. Не знаю, многие говорят, что нет, не выпадает сразу. Ну, вы сами видите, вот. Или у меня какие-то проблемы с этим кейсом. Или я не знаю, как это все работает. Вот, смотрите, все временное. Жаль, конечно, подписчика, потому что, ну, возможно, он не знал, что у меня такие проблемы с этим кейсом. И ничего не получится годного выбить отсюда. Но, если честно, вот я хотел бы коряк, потому что мне многие писали, что у него есть эффект убийства. Если вдруг вы не в курсе, этот коряк, который у нас здесь в ящиках припасов, если с него выстрелить, ребятки, то у вас появляется эффект убийства, как там от улучшаемого скина. Поэтому очень даже, если честно, хотелось бы такой корячок выбить ему, если мне хотя бы не получается. Ну, а пока что все временное, вы все видите сами. Рюкзачок, рюкзачок, коряк, парашют. Столько дропа и все временное. Опять парашют. И еще сковородка, прекрасно.
Так, гарантированно, давай. Давай. Коряк, нужен коряк. Давай. Да! Да! Круто! Да! Да ладно, наконец-то этот кейс что-то дал. Ну, если ты еще и следующей десяточки что-то насыпешь, прям будешь идеальный кейс. Нет, коряку я очень рад, ребят. Жаль, конечно, что не мне, но я рад за подписчика, потому что коряк, повторюсь, он с эффектом убийства. Это очень годный скинчик. Да и выглядит он неплохо. Классический кейс, да? 74 классических кейса. Не будем с вами мелочиться, запускаем сразу же десяточку. И десяточка пустая. Ничего. Так. Чё-то мне кажется, что мы с вами будем сейчас ящики припасов с вами открывать. Так. Открыли ящик солдата. Теперь клацаем. Ну, вы поняли, да? Тактика 16 секунд. Клацаем, нажимаем. Лайк прожимаем, ребятки. Чтобы дроп был годный. Здесь у нас повышенный шанс, кстати. Ну, вообще, здесь у нас очень много годных вещей. Может быть, что-то хорошее получится выбить. О! Здравствуйте! Тактика 16 секунд. Вот вам и костюмчик в студию. Кстати, он очень сильно хочет скин на эмочку. Именно скин ледник, конечно же. Кто не хочет ледник? А, именно он прям просил попытаться как-то сделать. Ну, вы сами понимаете, это рандом. А, но все-таки он очень сильно хотел именно ледничок себе выбить. А, вот он, красавец. Давайте поклацаем, понажимаем. А друзей мы не принимаем. Лайк там прожимаем. Друзья наглые, все равно хотят поиграть. Так, серебришка, я понял. Следующее. Опять серебришка, я понял. И снова же серебришка, да как неожиданно. Я вас понял. Да, ребятки, кажется, тактика 16 секунд. Как началась в самом начале, хорошо, так и закончилась сразу же на том же кейсе. Ну что, тогда будем вынуждены с вами открывать, как ни крути, по десяточке. Так, о, неплохо, неплохо, скин на шлемчик. И костюм, хорошо, костюма у него не было. Прекрасно, хорошо. Давай теперь с пропуском. Еще один костюмчик. И головной убор. Ну этот костюмчик, вы сами знаете, он всем выпадает прям. Так что здесь ничего прям такого специфического. Давай. Нет, не дает. Повязка. Рюкзачок. О, кстати, рюкзачок прикольный. Прикольный рюкзачок. Головной убор. Ну, вроде бы дроп хороший, но ледником, к сожалению, даже не пахнет. Вы видите, я чередую там с пропуском, без пропуска. Может, это как-то повлияет. Видел у других ютуберов, как они открывали. Поэтому решил тоже попробовать. Вдруг. А вдруг это работает. Но, к сожалению, пока что тишина, ребятки. Вы, наверное, уже заметили, что у него... К радости большинству бипишек нету на аккаунте, да, и тактику 16 секунд мы с вами не сможем больше использовать. Но смотрите-ка, баги, у него не было баги, хорошо, скин на оружие не было, ну, в общем, дроп хороший. О, еще и костюмчик из с глаза, хорошо, хорошо. Дроп хороший, но, к сожалению, без ледника, ребятки. Вот такая вот ситуация. Ну давай, у нас еще есть вера, давай, у нас есть с вами еще сколько? Целых 6 кейсов. Нажимаем прям на этот ледник и на лайк, ребятки. Просто нажимаем и вангуем. Давай, ледничок. Нет. Пожалуйста, давай ледничок. 74 кейса. Человек копил и очень сильно хотел скинчик на М-ку. Пожалуйста. У меня остается еще небольшая надежда на премиум кейс. Но все-таки я хочу ледник. Давай, пожалуйста. Серебришка. Маска. И последний кейс. Даже анимацию пропускать не будем. Держим кулачки. И давай! Как же это было на грани, ребятки. Вы видели, как он засветился? Я прям думал, вот, прям это будет эпично. Но, к сожалению, нет. Ладно. Премиум кейс. Премиум кейс. У нас здесь очень много кейсов, ребятки. Открывать мы с вами, как вы понимаете, будем по старой тактике, да? Будем с вами открывать сначала 9 кейсов, а потом пойдем по десяточке, чтобы гарантия была у нас первой в списке. Пока что у нас падает серебро и опачки, маска. Она как бы никому и не нужна, эта маска, если честно. Не знаю, кто вообще бегает в масках и кто радуется маске, потому что... Ну как,
говорит человек, который бегает с персонажем с тыквой на голове. Но все-таки маска потом исчезает, когда вы одеваете шлем, поэтому такое себе. Так, серебро. Тапочки. О, кроссовочки. Кроссовочки, то есть. Эмочку. Ну давай, пожалуйста. Ну нам нужна эмочка. Ну что ты? Ледник не получилось выбить. Хотя бы эту эмочку, пожалуйста. Премиум кейс. Ну ты хоть не разочаровывай. Всегда же было все хорошо у нас. Опачки. О, неплохо. Темный оперативник. Костюмчик подъехал, ребятки. И это не гарантия. Это не гарантия. Это очень даже хорошо. Надеюсь, получится забрать эмочку. Ну что, держим кулачки за десятку? Давайте. Десяточка, погнали. И... головной убор. Здрасте. Можно было бы... Хотел сказать, можно было бы костюм. А вот и костюм. Ну, в принципе, мы ему собрали полный сет. Это хорошо. И открываем следующую десятку. У нас следующая гарантия на подходе. Давайте, ребятки, давайте, нажимайте на лайки и сразу же эмочка. Смотрите, вот. Кто не нажал? Кто не нажал на лайк? Вот, видите, шлем выпал. Шлем, кстати, нормальный, но все-таки. Вот кто-то не нажал, вот прямо сейчас. Тот, кто не нажал, нажимает на лайк. Я открываю десятку, и сейчас будет эмочка. Вот просто вот ты нажал, и подписаться не забудь. Давай. Барабанная дробь. И... давай. Да. Вот, видите? Вовремя поставленный лайк. И подписочка делает чудеса. О, еще и костюмчик. Эмочка есть. Слава богу, как бы можно было, можно будет возвращать, в общем-то, аккаунт подписчику без сильного, в общем-то, переживания. Хорошо, эмочка есть. Прекрасно. И у нас еще в запасе 23 кейса. Мы их будем с вами добивать. Он говорил просто все открывать. Если будет выпадать дроп хороший, почему нет? Нам еще, в принципе, можно отсюда рюкзачок, мотоцикл. Потому что я еще ни у кого... головной убор, я понял. Если честно, я еще ни у кого не видел, вот посмотрел несколько опенкейсингов, ни у кого еще не видел, чтобы выпал мотоцикл, не знаю. Вот напишите в комментариях, кто открывал премиум кейс, кто еще успел уже, да? Напишите, вам выпал мотоцикл или нет, потому что я реально ни у кого не видел. Так, что у нас? Штанишки, я понял вас. Головной убор. У нас осталась с вами десяточка. Нам нужен хотя бы или мотоцикл, или рюкзачок. Вот мотоцикл и рюкзачок, пожалуйста. Вот просто давайте эпичность закроем вот хорошим дропом. Эмочка есть, уже хорошо, да? Но нужен еще мотоцикл хотя бы, потому что я прям сам хочу этот мотоцикл, если честно. Так, курточка. Костюм, опять. Зачем столько повторов, я не понимаю. О, давай. Эмочка, второй раз, серьезно. Ладно, я вас понял. В общем, мы все кейсики с вами открыли. Хорошо, что у нас получилось выбить скин эмочку. Прям я очень рад. Давайте вы сейчас посмотрите, сколько серебра и бипишек. Сразу вам покажу. Так, серебро. О, посмотрите. 1941 серебра. Нормально, неплохо. А по бипишкам 28 тысяч бипишек. Ладно, ребятки, я надеюсь, вам этот видос понравился. Обязательно нажимайте на лайк, если он вам понравился. Если он вам не понравился, ставьте дизлайк. Я рад любой вашей активности. Подпишитесь, потому что очень много людей смотрят мои видосы без подписки. Нажмите на колокольчик. Ну а с вами был Dream. Всем топ-1.